Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем играть в Сталкер. И какого черта ты у меня ходишь? Чё бегать-то перестал? Эй-эй-эй. Так, ну-ка. Вес, общий вес, максимальный 50. И чё ты не бегаешь? Опции. Управление. Прыжок, присесть, шаг, бег, оружие. Инвентарь КПК, так. Так. Чего там снова? Люди и трави. Бармена тоже перекосило. Кто кричит? Я? Достал. А что, я? С грибным соусом давай. Какой нафиг томат? О, вот, все. Побежали. Так, давайте сначала посмотрим, что у нас тут есть. Это у нас кто такой? Апгрейд или ремонт? Все захреначит. Новиков, чистое небо. Здоров, как жизнь? Ну, как видишь, техники почти нет. Живем, словно после ядерной войны. Если осталось что-то, то в конец уйдет. А запчастей хрен да ни хрена сверху. Так что приходится мудрить и лепить из того, что есть. Либо что подвернется. Вот мне недавно нужно было приемник смастерить. Так чуть ли не из холодильника пришлось собирать. Ну, да. Не цирка, а. Туговато тут у вас. У нас, да, не разгонишься. А вот зато на свалке, знаешь, говорят, раскопали старые советские схроны. После аварии на ЧАЭС туда целыми колоннами свозили оборудование, технику там, ну, добро всякое. Думали, что радиоактивное, непригодное для использования. Но это им тогда так казалось. А сейчас-то уж никого это не гребет. Кто ж теперь такой уровень радиации опасным считает? Так вот, там сейчас, говорят, началась самая, что ни на есть, золотая лихорадка. Сталкеры дикерствовать со всей зоны потянулись. Жаль только, что сюда мало что доходит. Разве что лебеди в кого-то из ребят специально за деталями отправили. Ну а самому-то тебе тут как? Да как обычно. Чиню оружие и костюмы, улучшаю, в общем, по потребности. Стало быть, если надо будет что-то подремонтировать, это ко мне. Мне бы только детали достать. Эх, я бы таких наворотов ребятам понаделал. Оружие, броню, приборы. Все на уровень бы поднял. Словом, если наткнешься на что-то нужное, сразу тащи сюда. Все сделаю в лучшем виде. Есть ли для меня работенка? Если... Так, есть. Я давно ищу схемы кое-какие усовершенствований. Если вдруг они тебе попадутся, не спеши выбрасывать, лучше принеси мне. Гляди, вот список интересующих меня схем. Усовершенствование гадюка 5, усовершенствование кожаной курткой гадюка 5. Ага, хорошо, если найду, принесу. До встречи. Ну, ни пуха, ни пера. А у нас есть какая-то флешечка, друзья. Что у тебя там? Я нашел информацию об усовершенствовании, которое ты искал. Кевларовые бронежилеты. До встречи. Будет еще какая проблема? Подходи. Окей, окей. Хорошо. Так, и тут у нас... С кем из вас можно потрепаться? С тобой? Внимание, анекдот. Как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу. Ладно. Окунули его головой... Ну что, друзья, давайте пойдем тогда на задание. Я тебя слушаю. Да. Что, вывести тебя к болотам? Да. Правила ты знаешь. Пойдешь с завязанными глазами, главное не опускай моего плеча, и все будет хорошо. Ясно, пойдем. Мы пришли, можешь снять повязку. Итак, друзья, мы на болотах. Когда захочешь вернуться на базу, сохранимся. И теперь надо по-шустренькому. Ага. Вижу, тебя вывели на большие болота.
получил взад. Оп. И еще один взад. Советую тебе двигать к ним на рыбацкий хутор. На рыбацкий хутор, говоришь? Отлично. Так. Теперь надо дать дёру. Иначе нас тут порешат. Я бегу, ребятки, бегу. Уже на подходе, ребят. Ёлки-моталки, где тебя носит? Я уже тут, друзья, тут уже. Сейчас мы всех их... Цепанул одного! Слушай, скотина! Быстрее, иначе нас тут порешат! Вот так вот. Щитцы ему зарядил, отлично. Так, хорошо. Теперь надо немножко их обобрать, аптека. Патрики. Так, так, хорошо. Ох. Там кто-то еще поливает. Ёлки-моталки, где тебя носит? Да уже бегу, давай. Прям через кусты пойдем. Спасибо, что откликнулся. Давай-ка им покажем. Так, хорошо. Ох! А чё я помер-то от кровотечения? Не заметил. Надо привыкать к этому всему. Начинаем с болот. Наемник, вижу, тебя вывели на большие болота. Будь предельно осторожен и не пытайся строить из себя героя. Загляни в ПДА, там должны быть отмечены наши отряды. Ёлки-моталки, советую тебе двигать к ним на рыбацкий хутор. Ёлки-моталки. Я со спины зайду, ребят. Иначе нас тут порешат. Да чтоб вас, а? Так. Бегу, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Готово. Хорошо. Я уже бегу, ребята. Так, тут мы пройдем. Бегу. На всех парах несусь по болотам. Не высовываться! Хватит их, а? Как надоели мне эти походы. Кто знал? Труба зовет. Ну, вынули. Так, аптечка, патроны. Хорошо. Чё, двинули, ребят, вперед. Ох, там кто-то поливает. Дико так. Ага, вон они. Всем рассредоточиться! Наемник, ждем твоего сигнала. Ты гнездолка.
так вот, ребят. Скончай, гадов! Приложил его! Да, отлично, отлично. Ох, он головой застрял. Чё по мне-то? Эй, ага, они сзади обходят, вот чё. Сволочи поганые. Волочуги позорные оставили меня одного, да? Так, грейнчик возьмем. Оп, зацепил, урод. Патроны. Еще немного патронов. Теперь аккуратно. Сохранимся. Там еще поливает. Нормал. Оп, отходим, 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 отходим. Готов. Опа, МП5. Нормально. Нормально. Аптека, хорошо. Так, используем аптечку. А тут у нас что? Так, там кто-то бежит еще. Это наш. Ну-ка. Так, пока что-то непонятно. Наш это или не наш? Так. Тут не пропрыгать. Чё, они все внутрь, что ли, забежали? Ну-ка. Хорошо, энергетики тут. Баночки всякие. Чё, с кем из вас тут поговорить-то? Опусти пушку, потом поговорим. Ага, счастье. Так, не с тобой, значит. Удерживай точку до прихода союзников. Ну а я-то что делаю? Так, ладно, давайте глянем сейчас побочные задания. Старая церковь. Давайте сходим. Но мы сейчас где? Мы сейчас тут. Мы хорошо укрепили свои позиции на болотах. И теперь сможем дать настоящий отпор всем, кто к нам сунется. Вернуть П. Следующая наша цель. База ренегатов. Вот этого парня, конечно, так
неплохо подкинуло. Пройдем, я думаю, сюда. Посмотрим, что там у нас за ПМ-то. Что для него патроны есть? Что-то всего 15. Маловато. Маловато, ладно. Что-то непонятки нарисовались. Надо пробить, что там у пацанов. Заметано, уже выруливаем. Следите внимательно. Может, они как раз на подходе. Аккуратно пройдемся по болоту. А это где у нас? Ага, ну впереди нормально. Как раз. Вышка какая-то. Вот где-то тут спрятан ПМ. И у кого из вас? Тебя? Да. ПМ есть. Отразить контратаку. Бежим обратно. А то они же сейчас без на меня продуют. У меня как раз есть гранатка, чтобы разрядить атмосферу. Быстро, быстро, быстро. Давай через кусты. Хорошо. Спасибо, что помог. Обязательно загляни к нам на базу. Тебя отблагодарят. Да не за что, ребят. В принципе, я ничего и не делал. Где ж вы, гады, лазите? Ну, вы молодцы, ребят. Всех положили. Я пока патроны заберу. Так. Так, так, так. Слышь, ты чё пихаешься-то? Тоже мне тут растолкался. Огонь! Ага, ага. Нам вот сюда захватить ферму. Окей. Идем на захват фермы. Небольшое место для базирования. И вот куда вы стреляете-то? А вон кто-то бежит. Вот так, будешь знать! Оп, отлично. Вырубил его. Еще... Так, сидим, ждем. Еще кто-то бежит. Ах, сволочь, сволочь. Как насчет гранат? Ах ты! Так тебе, сволочь! О, Гренчик кинул, молодчик. Убила мужика. Нашего завалили, что ли? Приложил, приложил его. Кушай, скотина. Готов. Не высовываться. Ты как, парень? Извини, ничего нет. Подожди, может, что-то найду. Так, патроны. Все, отбой. Патроны, патроны, так. Вот аптека, друг, есть. Сейчас все будет. Подожди. Держи аптечку. Так, все, let's go дальше. Еще немного патронов. И еще чуть-чуть. Как лучше здесь обойти? Расчистить дорогу, хорошо. Попробуем. Тут
нужно быть очень аккуратным, потому что иду один. А аптечек у меня уже нет. Опа! Кабан. Гранат больше нет. Колбаса, булка. Показывает, что их тут пятеро. Опа! Вот это нехило, они так облаву мне устроили. Сволочи. Готов. Ребят, помогайте. Один не справлюсь. Еще один готов. Мать вашу, кровотечение. Так, 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 аккуратно. Скотина подзалупная. Готов. Видали, как я его... Опа, нормал, нормал, молодчик. Хорошо слил. Пока остаемся на месте, не торопимся. Хорошо, сейчас я тут собираю немного. Так, тушенка. О, аптечка, нормально. Где тут еще один труп? Это из наших, что ли? Давайте схаваем тушенку. Сохранимся. Здорово, тебе чего? Да пока ничего, хочу тут посмотреть, что есть. Я вообще сходил на вышечку, там вот вышечка где-то была. Вот тут вот что ли. Вот там вот где-то. Так, 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 сейчас посмотрим. Куда можно пойти, что у нас здесь? Парашютист. Захватить ферму. А тут что? Так, ладно, давайте тогда пойдем сюда. Уже дальше будем смотреть, куда можно пойти. Вот здесь церковь. Ее мы захватили? Или нет? Да, тут уже наши. На вышке. Просто знаю, что на всяких вот вышечках, на чем-то там, может быть, просто что-то лежит интересное, что может нам пригодиться в дальнейшем.
Поэтому просто так уходить не хочется. Рыбацкий хутор. Так, давайте поднимемся и посмотрим. О, я ж говорил, только что-то ничего нет. Хм, обидно. Ага. О, все-таки не зря сходил. Прицел. Отлично. Так, перезарядим пистолет. И теперь куда? Теперь вот сюда направо, к парашютисту. Так, если я иду так, ну все отлично, как раз туда дальше. Дальше церкви. Пробежимся. Блин, атмосфера на высоте. Черт, ты ж чуть не обделался, кто-то там в кустах шнырял. Ага, отсюда и налево вот туда, да? Есть какой-то тайничок. А смотрите-ка, здесь тоже есть тайник. Надо посмотреть, где он тут. Здесь нет. Тебе нужно что, сталкер? Да не, погоди. Я сам найду. Ну-ка. Где-то тут он. Только вот где? Так. Надо все-таки осмотреть, где здесь. Чего тебе, сталкер? Может быть, это тайник? Я тебя слушаю. Да пока ничего, отвали отсюда. Просто отойди отсюда. Ну-ка. На карнизе купола. Ага, карниз купола. Чего тебе, сталкер? Да отвали, ничего. Карниз купола. Надо как-то осмотреть, что ли, это. Ну-ка. Ага, вот и он. Значит, ребятки, надо как-то туда залезть. Ну-ка, тут что-то есть? Ничего. Надо как-то на карниз попасть. Сейчас тогда, я думаю, заберемся. Ой, свалился. Использовали бинт. Я думаю, сейчас заберемся наверх и на этом завершим серию. Вот тут вот, я думаю, можно будет подняться на крышу. Да, так и есть.
Оп, тут еще что-то. Или ничего. Ну ладно. Сейчас пройдемся. Так, тут много разных коробочек. Главное не свалиться, а то это сразу, я думаю, смерть. Так, аккуратно, аккуратно. Вот здесь вот. Нет. Так не пройти. А в окошко вылезти можно? Она находится с той стороны, как обойти-то? Эх-эх-эх. Тут он запрыгивать не хочет. Ну-ка, ну-ка, вот если сюда. Где-то тут. Через стенку он, конечно, не заберет ничего. Угу. Мне кажется, это слишком высоко, и он был понижен. Так, ну-ка. Оп-оп-оп. Так, не падай, не падай, хорошо. Вот он там. Давай-давай-давай-давай, оп. Да, ради одной аптечки, но ничего, аптечка, это тоже неплохо. Теперь надо аккуратно слезть вниз. Оп, оп. О, нормально тут. И еще тут нормально аптек набрали. Затарились довольно хорошо. Это тут еще, смотрю, пару трупов. Сейчас обшмонаем их. Оп-хоп-хоп, патрончики. Чего тебе? Да ничего, успокойся. Так, ну что, друзья, я думаю, на этом закончим вторую серию. Уже у нас перестрелки. То все, 5-10. Довольно клево так все же. Ну-ка. О. Довольно здорово все пока продвигается. Супер атмосфера. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки и зовите друзей. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.